значит, версия со шведской компанией Бофорс. Так называемый русский след. Вроде бы использовал свои хорошие отношения с... О, дает. Вот сейчас авария будет. Есть. Хорошо. Кто слово сказала? Блять! Чё, ебанулся, что ли, совсем? Иначе мы не поможем отслеживать что-то. Но главное то, что мы не смеем пренебрегать собой, потому что в нашей жизни, в нашей личности есть промысел. Да, он на что пойдет, блин. Сука. Номер.